Всем привет! Сегодня мы готовили картошку с грибами синеножка. Если вы хотите узнать рецепт, то посмотрите наше видео полностью. Картошка с грибами синеножка. Еще эти грибы, кстати говоря, называют рядовка. Гриб осенний. Но мне довелось найти его в магазине в начале мая. Для приготовления нам понадобится одна большая репчатая луковица и сами грибы. Эти грибы называются синеножка. Почему? Потому что у них действительно, вот здесь у основания, у корня, ножка действительно имеет такой какой-то синий, фиолетовый, что ли, или сиреневый цвет. Синеножка. Эти грибы я взяла, купила первый раз. Посмотрим, что из этого получится. Также нам понадобится картошка. Я ее уже почистила и помыла. Первым делом нарежем грибы. Вот эту самую синюю ножку, я думаю, нужно выбросить. Вот на такие куски порежем все наши грибочки. Вот это в разрезе гриб, вот это снизу, это перепонки. И вот такая большая достаточно площадь мякоть. И вот самая верхушка. Вот такой мясистый грибочек. Пахнет очень приятно. Такой типично грибной запах. Кстати говоря, грибы я тщательно промыла. Они вот имеют вот такие вот перепонки. И между этими перепонками могут находиться какие-то частички земли, песка и даже какие-то насекомые. Поэтому нужно уделить внимание вот этим частям особенно. Под хорошей струей воды тщательно нужно промыть. Грибы я все порезала, положила в чашку. Теперь мы с вами порежем луковицу. Режем ее напополам. И каждую половинку еще напополам. Вот таким образом, достаточно крупно порежем лучок. Луковичку порезали, теперь мы ее разбираем. Кстати говоря, лук молодой, и от него совершенно нет слез. Вот такой тоже. Толстые такие перья получаются, сочные. В сковородку наливаем подсолнечное масло и сразу сюда забросим лук. И поставим его на огонь жариться. Пока лук жарится, мы с вами порежем картошку. Картошка у меня вот такая некрупная, среднего размера. Я ее разрежу напополам и вот на такие части. Вот такие. Примерно толщиной в полпальца. Вот примерно такие же, как у нас порезаны грибочки. Переложим картошку в тарелку, при этом разберем ее, чтобы не было слипшихся кусочков. Вот наш лучок стал прозрачным. Теперь мы сюда забрасываем наши грибочки. Солить мы сейчас ни в коем случае не будем, потому что если сейчас посолить, грибы пустят сок, и они не будут жариться, а будут вариться в собственном соку. Если вы хотите потушить грибы, то наоборот, нужно их сразу присолить, они пустят сок, и можно под крышкой их прекрасно протушить. Значит, все это перемешиваем. До этого я лук жарила на небольшом огне. Теперь я огня добавлю. Огонь у меня сейчас вот такой, можно сказать, чуть больше среднего. Все. Часто мешать не нужно. Помешивая, будем жарить все вместе. Прошло около 5 минут. Несмотря на то, что мы грибы даже не солили, они пустили вот такое огромное количество сока. Так что хорошо, что мы с вами лучок-то пожарили в первую очередь. Вон как много сока. Ну, теперь, наверное, уже можно и посолить. Запах очень вкусный. Он отличается от запаха шампиньонов и вешенок, но мне очень нравится такой запах. Очень вкусно пахнет. Сильно солить я не буду, потому что я не знаю, до какой степени они у нас ужарятся, чтобы в итоге не пересолить. Если сейчас попробовать. Знаете, что я решила? Пока есть вот этот сок, сразу выкладываем сюда картошку. И я думаю, что можно прямо сейчас ее присолить. Сделаем огонь потише. Накрываю крышкой. Пусть наша картошка с грибами тушится. Прошло примерно около 20-25 минут. Я впервые открываю картошку. Наверное, не буду я больше ее тушить, жарить. Она уже готовая, чтобы она у нас не превратилась в кашу. Все, наверное, будем накрывать на стол. Вот такой очень простой, но в то же время очень вкусный ужин у нас получился. Картошка с грибами синеножка. Картошечка мягкая-мягкая. Вилка в нее прям залетает. Если нажать, то видно, что картошка прям превращается в пюре. Очень вкусно. Грибочки тоже мягкие. Они похрустывают. Очень вкусно получилось. Так что... грибы рядовка или синеножка очень вкусные. И готовить их можно точно так же, как вешенки, как шампиньоны. Очень просто приготовить. И очень-очень вкусно. Если вам понравилось то, что мы сегодня приготовили, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте, что можно нажать на колокольчик, и тогда вы будете получать уведомления о новых видео от нашего канала. Всего, всем мира и добра. До новых встреч. Пока-пока. Сюда сразу добавить картошку. О, все у меня тут упало.